Привет! Это твоя шестая ночь в этом офисе. Поздравляю! Как видишь, офис немного обновился. Мы выгнали шлепу на улицу, и теперь тебе совершенно нечего бояться. Также мы заметили, что в твоей комнате немного душно, и добавили вентиляцию. Не волнуйся, если тебе дует, можешь закрыть ее с помощью большой красной кнопки. Ноутбук с камерами мы отнесли в ремонт, ведь он был сломан. Ты спросишь, а как теперь смотреть камеры? А зачем? Ведь мы снабдили офис продвинутой системой сигнализации. Если она сработает, сюда сразу приедет полиция. Твоя главная задача — наблюдать, чтобы эта система не сломалась. Здесь стало часто выключаться электричество. Если это произойдет в твою смену, не волнуйся, у тебя есть фонарик, настольная лампа и запасной аккумулятор. Но их хватит ненадолго. Постарайся экономить. Также у тебя в комнате есть рычаг. Если выключится свет, потяни за него. Чтобы тебе не было скучно, я буду разговаривать с тобой каждый день. Ладно, до завтра. Алло, это снова я. В прошлый раз я говорил тебе, что надо наблюдать за телевизором. Ну так вот, к телевизору, который около двери, подключена система сигнализации. Если в офисе что-то произойдет, то ты увидишь соответствующее сообщение на экране. На экране телевизора будет написано, что делать. Ну и что я еще хотел сказать? Будь осторожен. Сегодня сотрудники слышали какой-то странный скрип вентиляции. Попробуй закрыть вентиляцию кнопкой, если услышишь там что-то. Но попытайся экономить электричество. Лампа, фонарик и вентиляция очень быстро ее расходуют. Главное не бояться, ведь я все время на связи, и если произойдет что-то важное, то я тебе расскажу.
Алло, привет! Мне надо сказать тебе несколько важных вещей. После того, как мы прогнали шлепу, у нас началась полоса неудач. Мы потеряли 90% наших клиентов, сотрудники начали увольняться, а также сегодня произошел инцидент. На мониторах снова появился лысый кот. Нам удалось его прогнать, посветив на него фонариком. Возможно, он появится ночью на твоем телевизоре. Прогони его. Я думаю, что если ты включишь лампу, она как раз будет светить на телевизор и не давать лысому коту появиться. Постарайся вовремя защититься от него, ведь мы до сих пор не знаем, что он может. Постарайся экономить электричество. Напоминаю, когда выключится электричество, тебе придется быстро сходить и включить его в седьмой комнате. А это очень небезопасно. И запомни, главное, никогда не ходи в пятую комнату. Даже не приближайся. О, здравствуй. Я же обещал, что буду разговаривать с тобой каждую ночь. Так вот, сегодня у тебя будет самая трудная ночь. Даже не спрашивай, откуда я это знаю. Просто постарайся быть предельно внимательным, и у тебя все получится. Да, кстати, половина сотрудников уволилась. Видимо, им не понравились работы. Прибыль компании упала в несколько раз, поэтому директор решил урезать твою зарплату в 3 раза. Но не будем о плохом. Давай я расскажу тебе про... Ну что же мне тебе рассказать? О, вспомнил. Завтра будет отключено электричество во всем районе. Так что, у нас нет денег, чтобы оплатить его. Ну ладно, удачи тебе. До завтра.
Кажется, электричество во всем районе выключено. Теперь ты уже не сможешь включить его с помощью генератора рубильника. И, кстати, ты уволен. Прости, но наша компания закрывается. Выйди из офиса. Надеюсь, ты не забыл, где оставил ключи. Если хочешь, можешь, конечно, остаться, но с минуты на минуту здесь будут гости. Успей сбежать.